расскажу про свое самочувствие. Ну, конфеты реально божественные. 2,5 месяца мы ждали. Да, жулик у нас тут еще фрукт. Вот, папа пошел дела на кухню делать, котов кормить, как обычно. Ага. А Ринка собирается в гимназию. Да в какую гимназию? Ай, в школу. Да какая разница? Вчера тоже сказала, да я привыкла. А мне нравится, когда ты гимназия. Да, в школу. Ну, как она пойдет в половину, как... еще 15 минут в нее. Звучит для каких-то там чересчур ученых. Ты не хочешь быть чересчур ученым? Вот, Тёмочка еще спит, тут он завешен. Да, вот так вот. Вот так вот у нас начинается обычно утро. То, что Артур, чтобы не психовал, требует мультиков. Иначе надо его выпускать, и он идет в зал, будет бабушку, начинает играться, лазить везде. Ну, короче, вы понимаете, да, еще раннее время, чтобы его выпускать. Такие дела. О, Аринка вернулась. Да, физкультура сегодня? Да, все стиранное, бери, слаживай. Вот, сегодня физкультура у Аринки. ЧЗС. Как расшифровывается? Час здоровья. Час здоровья и спорта, они обычно там только в основном... не час, а 45 минут. Ну, понятно. Обычно играют в игры всякие, да. Ну, мы сначала пробегаем круги, потом делаем разминку, в Индику играем. Ну, так, разминка и... всегда... Каждый день так, и не зависит, это физра, это или ЧЗС. Ну, понятно, это же все-таки спорт, здоровье. Кстати, поверите вы или не поверите, но я сегодня встала в 4 часа утра. Помните, во вчерашнем влоге мы кушали конфеты, это было последнее включение. Так вот, мы их покушали, и мне очень захотелось спать. Я даже не сходила в ванну, не умылась, не почистила зуб. В общем, я так забурила спать и проснулась в 4 утра. Вот так вот просто подскочила. И я чувствую, что я выспалась. Вот реально выспалась. И все. Я встала. Пошла, приготовила в 4 часа утра Аринке с собой обед в школу. Попить, покушать. И пошла, села, сделала 2 влога, которые уже один там запаздывал. Так что в один день 2 влога. Вот такая вот мама молодец. Но... боюсь только того, что днем я сегодня буду очень сильно рубиться. Вот у меня просто предчувствие. Ну, в общем, посмотрим. Я расскажу про свое самочувствие в течение дня сегодня. Каких средств? Ни одного у вас развода не будет. Да, это с тобой кто поделился этим лайфхаком? Один мой знакомый хороший, который торгует компьютерами. И занимается ремонтом компьютеров. Да, так что вот так вот. Что-то Артурчик не в духе. То, решили мы тут второй завтрак нам сделать. Помните, вчера вечером мы кушали вот эти вот, ну, типа конфетки, что Вова сделал. Божественное просто. Я решила добавить в овсянку. И это будет очень вкусно. Сейчас размешаю. Нет, хотя не буду я размешивать. Тихо, подожди, наверное, горячо еще немножко. Не-не-не-не-не, горячо, надо постудить. Все. Всем приятного аппетита. Ну, конфеты реально божественные. Арина пришла со школы. Да, вот уже это школа. Ладно, шучу, у нас все хорошо, у нее все хорошо. Она просто кушать хочет. Так, у нас без 5:30 уже. Может, Вова скоро придет. Вова, не будешь ждать? Будешь отдельно кушать? А когда я не ем, я злая. Когда она голодная, она злая. Да все мы, когда голодные, мы злимся. Так? Ну что, пойдем ложить еду? Да? Понятно. Зависончик. Так, мама сегодня одела одну из маек из 3, которую недавно покупала. Очень мне нравится. Вся такая позитивненькая. Пальмы здесь, пляжик с зонтиком. Просто мечта. И солнышко. Самое главное. Бананчики Вова принес, овсяночка. Наша любимая. И лавашек на треугольничке. Очень классно. Ну что, забрали мы последнюю пока посылку, наконец-то, с Алиэкспресс. Давай откроем сразу. Я так долго ждала. 2,5 месяца мы ждали, представляете? Знаете, что сказали, что если найдут магнитик в посылке у вашей, то вернут у нас. Почему? Магниты нельзя перевозить. Первый раз слышу, ну так мне. Я передаю то, что мне сказали. А только... она его спрятала в этот.
как его называют. Будут проверять посылку открывать? Не знаю. Она его спрятала в кроссворд. Класс. Вот это да. Ну ладно, посмотрим. Ну что, в общем, пришли трусы. Прикольно. Так. Сейчас надо размер еще посмотреть. Они все разные. О! Покажи. О, размер большой, кстати. Много. Как раз на Артура. Покажи, Артур, как они выглядят. Там плотная, Артур, типа, смотри, подкладочка. Точно. Артур, смотри. Они классные. Они же не нужны, в принципе. Он ходит на горшок уже как неделю, да. Зато теплое будем зимой одевать. На ночь можно одевать. Он ночью, ну, он тоже до утра терпит. Но бывает, что и пописывает ночью. Вот, смотрите, какие классные рисуночки, прикольно. Они нежные, они классные все-таки. Мы вот, смотри, что-то. Все разные, прикольно. Заказали, Артурчик наш уже на горшок ходит. Смотри. Ого, сколько, каждый упакован в пакет. Куча пакетов, обалдеть. Кстати, все в пакеты с зип-застежками, классно. Аккуратно открывай, себе заберу на свои швейные принадлежности. Ну вот так вот, наконец-то. Я тебя сейчас порву. Шутница, а? Шутница. Вот так вот. Поснимала только что видео, как Арина вычесывала жулика. Ушел. На нашем канале с котами. Заходите, кому интересно, посмотрите. Было прикольно. Он меня за палец кусил. Ты что делаешь, жулик? Он разозлился. Ну хоть сколько. Хоть сколько. Кулаков 200 вычесать надо. Да, жулик у нас тут еще фрукт. Ты фрукт? Кусается? Жулик. Ну, он предупреждает, видишь, не уж. Надо, не надо. Не надо, не надо обижать. Не надо нас обижать. Да, он делает вид, как будто ему нравится. Вот так вот. Дурчик у нас заснул. Сегодня, кстати... Ага, 5:30, ну более-менее нормально. Кто-то там палец сосет, видимо, есть. Так, времечко. Опа, 6:00. Вот, как ни странно, сейчас это малыши наши спят. Один, второй. Оригина поза во вчерашнем влоге такая же была. Или позавчерашнем. Вот, я, как обычно, делаю видео, но... Очень мало времени сейчас потратила, только котов, в принципе, потому что два видеовлога я сняла, я сделала сегодня утром, потому что встала с 4:00, мне не спалось. Но это прикольно, я люблю вставать рано, но только в том случае, если я высыпаюсь, хорошо себя чувствую. Сегодня было такое утро, и мне такое утро нравится. Так, ну и пока там Вова кушать готовит, я перекушу апельсинками. Последние дни мне очень хочется, поэтому наслаждаюсь. Смотрите, как у нас интересно. Сонный час проходит. Жулик составляет компанию Тёмке. Артурчик там спит. Тоже 3 часа уже спит. У нас уже 8:30. В общем, у нас как обычно. Артурчик спит непонятно как. И мы не знаем, чего ожидать. Будем мы сегодня с ним гулять допоздна, либо нет. Да, у нас же есть кокосовые конфеты. Я пойду сейчас чай что-нибудь сделаю. Испеку быстренько. Этот. Венские вафли. Да. Все, пойду быстренько.